сгинул где-нибудь на бане, когда б не маленькое «но» с прохладно-сладкими губами, когда б не этот нежный взгляд и все, чем с нею мы не схожи, что превращает жизни ад, пускай не в райский сад, но все же. Саша Лепехин очень любит свою жену, большинство своих жен. Нет, это я утрирую, конечно, все не так. Просто есть женщины, которые его обожают и всегда готовы его принять, накормить, согреть, обогреть и так далее. А сейчас он живет у себя в Клеверном. Вот, кстати, если кто-то хочет его навестить, будет он очень рад этому. Вот.